Добрый день. Сегодня будем собирать портупею женскую для одной очень миниатюрной и привлекательной девушки. С чего стоит начать? Начать следует с выкройки. Выкройка у нас не просто выкройка, на которой у нас находятся все элементы нашей выкройки. Кстати, выкройка выполнена на раз, два, 4 листах формата А4, все элементы на своих местах, все элементы читаем. Но чем отличается эта выкройка от всех остальных? На этой выкройке есть QR-коды с указанием фурнитуры и ссылками на сайт, где я их сам покупал, приобретал. То есть это получается у нас не просто выкройка, а целая технологическая карта. В результате у нас получится не просто мастер-класс, а подробное, пошаговое видео, видеоинструкция по сборке готового изделия из кожи. Итак, давай начнем. Вот с чего бы я хотел начать. То есть, начиная, как всегда, с того, что нам надо вырезать наши элементы выкройки из бумаги. Вырезаем следующим образом. Делаем отступ от края от 3 до 5 мм и просто режем. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Поближе, наверное, да? Маленечко сделаем, чтобы было видно. Так, например. Видно? Я думаю, да. То есть вот берем и просто режем. Раз. И... Вот у нас один из элементов. Следующим этапом у нас есть пунктирные линии, по которым наши выкройки соединяются, ну, элементы выкройки соединяются. То есть их надо будет отрезать прямо по линии пунктирной нашей. Это линия, где мы отрезаем. Ну и соответственно при помощи малярного скотча их надо будет вот соединить таким вот образом. Почему так подробно на этом деле останавливаюсь? Чтобы было прям подробно и понятно, как мы будем собирать наши готовые изделия. Поскольку не все элементы выкройки помещаются на формате листа А4. Их приходится делить, и в результате нам необходимо их будет в дальнейшем склеить, чтобы элемент был в размере от начала и до конца. На чем я вырезаю и краюю изделия из кожи? Это у меня пластиковая доска. На AliExpress можно приобрести раскроечный мат, но он не так удобен. Я поясню почему. Дело в том, что его основное преимущество в том, что он доступен. Он есть в наличии, в свободной продаже. Но его минус, самый основной, заключается в том, что этот раскроечный мат, он садит ножи. То есть он представляет собой что-то такое прорезиненный материал, когда мы режем на резине нож, очень хорошо садится, лезвие быстро тупится. Вот его основной минус. Ну и цена. Если честно, я ценой его не совсем доволен. Ценник на нем, конечно, не маленький. Вот. По отношению к пластику, если вы найдете такой вот материал пластиковый, на нем и пробивать можно, и раскраивать гораздо удобнее, чем на резиновом мате. Лезвие сохраняется гораздо дольше острым. Резать гораздо удобнее. Ну, я думаю, принцип вырезания элементов нашей выкройки понятен. Основной процесс я покажу в режиме таймлапс, чтобы не отнимать ваше время. Напомню, что все инструменты и вся фурнитура будет доступна вот в таком формате. То есть просто наводим телефон на QR-код и получаем ссылочку. Очень удобно. Где покупал, в каком количестве, здесь все написано. Так, ну что, продолжим уже в таймлапс.
после того, как мы расположили все наши элементы на выкройке и их надежно зафиксировали при помощи малярного скотча, получилась у нас вот такая вот картинка. Следующим этапом, чтобы нам было более удобно работать с этим участком кожи, я предлагаю его просто вот так вот отрезать. Вот и все. Сейчас его отрезаю по этой линии. Можно резать ножницами, можно резать канцелярским ножом, кому как удобнее. Мечаем и отрезаем. Резать рекомендую так, чтобы скотч, который фиксирует ваши элементы, по-прежнему имел возможность их фиксировать. То есть вы скотч не отрежьте только. А иначе все элементы, которые зафиксированы у нас на коже, в результате отпадут. Так, получился у нас вот такой вот удобный кусочек кожи, с которым будет нам удобно работать. Мы можем его вот так вот поворачивать, вот так поворачивать. Это плюс. Следующим этапом, что делаем? Берем нашу подставочку и ее надежно фиксируем располагаем на нашем столе. Здесь там все видно, да, видно. Вот. Из чего надо будет начать? Поскольку наши элементы выкройки имеют отверстие, первым делом пробиваем отверстие. Отверстие у нас диаметром 4 мм и 2 мм. То есть начинаем с отверстий, пробиваем их все на наши выкройки, а потом уже будем только вырезать. Если сделать наоборот, то есть сначала вырезать, а потом элементы нашей выкройки просто отпадут и пробивать отверстие будет неудобно. Поэтому правило такое. Сначала пробивается отверстие, потом элементы вырезаются. Буду использовать нашу пластиковую доску. Вот у нее толщина достаточно приличная. Вот если видно в торец, там около 3 сантиметров. И чтобы сильно не стучать, под ней еще находится у меня пробковая подложка. Ну, и этого даже порой недостаточно, и приходится еще подкладывать поролон. Как буду пробивать отверстия, покажу уже подробно в режиме таймлапс. Еще хотел заострить ваше внимание, когда режем, вырезаем наши элементы, необходимо сохранять бумажный их профиль, чтобы можно было понять, что это за элемент. Поскольку на коже не написано, где он находится, должен располагаться этот элемент, как его крепить, куда фиксировать, желательно, чтобы у вас был и в бумаге шаблон ваш, и готовые вырезанные элементы с кожи. И вот именно в таком виде их сохранять. То есть, чтобы вам было при сборке гораздо проще. Если сейчас все элементы вырезать, то они плюс-минус одинаковые по форме, только у них длина разная. А какой ремень откуда, при сборке будет тяжело разобраться. Реберный это, поясной или грудной. Поэтому сохраняем обязательно все наши шаблончики. И, соответственно, так вот их вместе и храним. Это облегчит вам сборку в несколько раз. Ну и так, погнали вырезать.
Итак, все элементы вырезали. Получилась вот такая вот штучка. Так, следующим этапом что делаем? После того, как у нас появились все элементы, которые, соответственно, у нас подписаны, благодаря сохраненными наши выкройки в бумаге, вот. Теперь мы знаем, где какой элемент откуда. Это очень удобно. Напоминаю, их не выкидываем, потому что, чтобы не запутаться при сборке. Элементы все практически одинаковые, разная у них лишь длина. И чтобы не было проблем при сборке, мы их не выкидываем. Вот у нас получилось столько элементов. Так, вот еще. Это, конечно, не все. Вернее, основные элементы это все. Но здесь не хватает еще у нас тренчика. То есть тренчиков должно быть у нас 6 по количеству пряжек. Пряжек 6 и тренчиков 6. Их здесь нет. Поскольку сейчас выкройку проверяем, нам необходимо определиться с длиной тренчика. Как мы только изделие соберем, точно будем знать, какая длина необходима. На основании этого уже внесем изменения в нашу выкройку. Вот. Что хочу теперь сказать. Надеюсь, видно. Наши элементы имеют не совсем приглядный вид. У них имеют торчащие волоски. Не очень красиво. И чтобы это исправить, нам необходимо взять такой инструмент, вот, как кромкорез или торцебил. Ссылочка тоже на него будет. И сейчас, положив все наши элементы на нашей пластиковой доске, аккуратно снять с них фаску. Как с лицевой стороны, так и с тыльной, где у нас бахтарма. Вот. В результате по краю вся бахтарма и торчащие волоски, которые есть, уйдут. А потом уже будем обрабатывать края наших элементов. Если посмотреть, то теперь уже более-менее становится аккуратно внешний вид. Но это мы еще не прошлись с обратной стороны. С этой стороны еще, со стороны бахтармы уберем. Наверное, не совсем видно, там закрываю, да, все. Ну-ка поближе попробуем. Вот так вот. Видно теперь, надеюсь. Ну вот, то есть, еще пройтись с этой стороны, убрать. И будет все очень хорошо и аккуратно. И так надо будет пройти каждый наш элемент. Если мы хотим, чтобы наше изделие имело аккуратный конечный внешний вид. Не было острых краев и торчащих элементов. Ну вот как-то так. Что-то стало чуть лучше, чем было. Теперь в режиме таймлапс снимем весь процесс по удалению торчащих элементов. Итак, поехали. Итак, что мы имеем? Мы имеем на сегодняшний день вот такие вот заготовочки. То есть у нас все нарезано, у нас везде обработан край, следующий, ну, в смысле, отторцовано.
Теперь необходимо обработать его, покрасить. Красим следующим образом, черним просто, но в то же самое время и не просто получается. Дело в том, что когда мы его вот так вот закатываем, краска пропитывает торец, вот, и получается достаточно аккуратно. Но после этого, после того, как мы все края покрасим, дело в том, что после того, как мы сняли край, здесь осталось, ну, такой урез беленький. Вот, чтобы его не было видно, поскольку у нас кожа черная, надо сделать так, чтобы было все в цвет. И ничего не бросалось в глаза, ну, не выделялось. Все должно быть темненькое. Вот сейчас проходимся по всему периметру всех наших элементов. А их очень много. Так что работа объемная, долгая. Вот, работаем. В общем, как-то так. Сильвер обычный, рабочая схема. Вот, получилось 7 деталей, мы зачернили. Следующим этапом, что будем делать, это нам надо будет закатать край при помощи сликера. Вот такой вот инструмент возьмем, зовут его сликер, ссылочку на него тоже оставлю. Что будем делать? Берем самую мелкую канавку, бороздку, и начинаем закатывать край нашей кожи, чтобы он был более гладеньким, аккуратный, такой приятный на ощупь. Иначе у него остается острый край, а после краски он становится такой грубый, шершавый, неприятный. Вот таким вот образом проходимся по всему периметру. Так, здесь видно, там нет. Так-ка. Что тут у нас тут? А, где-то вот в этом вместе проходимся. Получается достаточно аккуратненько. Он начинает даже блестеть. Вот матовый, с этой стороны, наверное, не видно. Да, не видно. А вот здесь вот он начинается. И на ощупь становится более приятный. Вот. И так нам надо будет обработать все элементы по периметру. Вот самый длинный и трудоемкий процесс — это первое, ну, естественно, это построить выкройку, чтобы она была правильная, проверенная, все отверстия совпадали, нигде не было ни расхождений. Вот это вот самый трудоемкий процесс. Ну и второй, это вот именно обработка края уреза. Раскроить элементы недолго, то есть пробить отверстие и вырезать все элементы нашей выкройки недолго, а вот именно зашлифовать край, обработать край, это отнимает колоссальное количество времени. Поэтому работа с кожей, она трудоемкая, кропотливая, если вы хотите получить хорошее качественное изделие, аккуратное. Вот. А если работаете с кожзамом, то как бы вы там край не обрабатывали, не зашлифовывали, то такого эффекта вы не получите. То мы, если вы посмотрите на изделие из кожзама, там никто не заморачивается, просто берут пресс, вырубают и погнали. Не очень красиво, ну, зато для массового потребления. Это же изделие не для массового потребления. Изделие из кожи — это, как правило, ручная работа, штучная и творческая. Поэтому
продолжаем трудиться. Итак, как я говорил уже ранее, чтобы получить хорошее качественное изделие, нам необходимо особое внимание уделить мелочам. И самое важное, это урез изделия из кожи. Мы его уже покрасили раз, обработали сликером. Два, видно хоть там нет. И третье, что нам сейчас предстоит, это при помощи вот такого вот инструмента сделать декоративную линию здесь. Беговочку. Без беговки изделие, элемент нашего изделия смотрится пустым, невзрачным. Никак не привлекает внимания. То есть, когда мы будем обрабатывать край, рисовать декоративную линию, то есть нагревать будем его и будем создавать декоративную линию на поверхности. Появится и дополнительный объем нашего изделия, и интересный рисунок. И еще термически мы будем обрабатывать край нашего изделия, что в совокупности придаст ему еще, скажем, большую благородность, интересный внешний вид. И вот такое внимание к мелочам делает в комплексе изделия более привлекательным. Как будем обрабатывать край кожи? То есть некоторые нагревают инструмент на свече, некоторые на спиртовой горелке. Мы же с вами будем греть при помощи газовой горелки. То есть вот примерно как-то так. Единственный ее минус, что она шумная. Во всем остальном один только плюс. И вот чтобы наша работа была максимально эффективная и полезная, что мы сейчас сделаем? Сейчас покажу. Нам необходимо убрать пластиковую подложку, поскольку если мы будем горячим инструментом обрабатывать край кожи, а наша заготовка будет как раз лежать на пластиковой поверхности нашей, то скорее всего пострадает наша пластиковая подложка. Что мы сделаем сейчас? Убираем всю эту конструкцию и оставляем лишь подложку нашу из пробки. Это пробковая подложка. Толстенькая достаточно. Пробки относительно пофиг на температуру, и мы можем свободно работать. То есть даже если у нас будет горячий инструмент, мы будем проводить по поверхности, пробки ничего не будет. Ну и соответственно не пострадает наш инструмент. В принципе, думаю, понятен. Сейчас нагрею, покажу результат и все остальные элементы уже обработаю в режиме таймлапс, вот, чтобы было побыстрее. Будем обрабатывать как наши ремешки, так и декоративные элементы, которые крепят эти ремни. Работы много, работы объемные, и вся она связана только с урезом. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вживую, а потом уже в режиме таймлапс. Видно?
Я думаю, не совсем, да? Ну, в принципе, я думаю, понятно. Нагреваем? Нагреваем. Лучше подниму. Нагреваем на горелочке. Нас интересует только сам край. Так, наверное, будет видно лучше, да? Да, сам край. Рекомендую быть предельно аккуратным, поскольку все-таки это температура. И проводим, вот видите, плоскость наша. Вот получилось вот такой вот. Внешний вид не видно здесь, да? Надо поближе показать. Вот, теперь видно. То есть было все не очень приглядно и красиво. Теперь появился на поверхности рельеф. И глаз за него цепляется, как за декоративный элемент. Опять греем и повторяем процедуру. Здесь самое главное, как не перегревать, так и не догревать. То есть надо угадать с температурой, потому что лишняя температура на инструменте будет жечь нашу кожу, а нам это совсем нежелательно. Тут можно регулировать следующим образом. Или вести по коже инструмент быстрее, меньше задерживать его на... Вот так вот. И теперь получилось достаточно интересненько. Можно пройтись второй раз. Что мы в итоге получили? Мы получили первое. Декоративный элемент на поверхности нашего элемента. А во-вторых, мы термически обработали наш край, урез. И он стал более теперь еще аккуратным. Сразу несколько зайцев. И теперь таким образом нам необходимо обработать все наши элементы выкройки. Как-то так. Итак, вот что у нас получилось на всех элементах наших по поводу декоративных элементов и элементов крепления. Вначале думал сделать точно так же беговочку, но потом остановился на этом варианте. То есть такой вариант тоже будет неплохо, интересно будет смотреться. А здесь просто будет больше работы. Но между хорошим и лучшим выбрал просто хорошо. Как известно, лучше это враг хорошего. Надеюсь, видно. Сейчас попробую это все дело представить. Попробовал тот вариант, попробовал этот вариант. Сильной разницы не заметил, поэтому останавливаемся на таком вот варианте. Сейчас покажу. Вот так. Видно? Я думаю, да. Выглядит неплохо. По крайней мере, на мой взгляд. Ладно, теперь осталось собрать. По поводу сборки. Что хотелось бы сказать по поводу сборки? Наверное,
самый важный этап – это сборка. То есть сейчас это была просто подготовка, технологический процесс, думаю, многим он знаком. Сборку надо начинать, рекомендую, наверное, сверху вниз. То есть шейный, сначала там, шейный ремень, потом грудные, косые, реберные, поясной. Вот идем сверху вниз. Думаю, чтобы не запутаться в последовательности действий, и приложу для более простого, упрощенного варианта сборки фото. Можно будет потом поставить на паузу и разобраться, где что, зачем, в какой последовательности, где какой элемент, где какой ремень располагается. Вот. Надеюсь, показывать, как устанавливать хольнитены, не надо. Ну, большинство сами понимают, хольнитен с одной стороны вставляется, другим накрывается, и молоточком аккуратненько это все дело соединяется. Вот, осталось собрать. Буду процесс сборки постепенно показывать, то есть как собирать один элемент с другим. Так, что у нас получилось? Получилось следующее. Я уже кое-что подсобрал, проверил, как это все будет выглядеть. В общем, имеет вот такой вот вид. Мои рекомендации по сборке. Рекомендую, чтобы все ремешки, хлястики ремешков находились у вас с правой стороны. Может показаться совет банальным, таким и очевидным, но когда работаешь в процессе сборки, можешь увлечься, и в результате один ремешок может оказаться с правой стороны, другой с левой стороны. При эксплуатации и использовании изделия это будет крайне неудобно. Поэтому обращаю ваше внимание, что ремни должны быть все время, хлястики, находиться с одной стороны, или справа, или с левой. Для себя я решил, что они у меня будут с правой стороны. По сборке вроде бы все, но решил показать, как все-таки устанавливать хольнитены, чтобы было более понятно и наглядно. Так. Нам надо будет выбрать здесь центральный ремень. Центральный, смотрим. Реберный, ремень центральный. Вот он у нас. Ремень центральный. Раз. Дальше. Вот такую штуку берем. Два. Хольнитены берем. Хольнитены диаметром 8 мм. Ножка, по-моему, тоже 8 мм. Но ссылку я на них оставлю. И в самой выкройке, и внизу будет продублирую в прикрепленном комментарии. Ну, что делаем? Вставляем наш крепежный элемент. Убираем наши подсказки в сторону и соединяем все это вот в такое вот надежное соединение. Раз, два и три. Должно получиться вот таким вот образом. Ну и здесь, соответственно, еще один сверху хольнитенчик. Это вот раз. Не то он его закрыл. Следующее нам надо будет эту конструкцию надежно зафиксировать. То есть соединить. Использую наковальню. Наковальню ставлю на пробковую подложку, чтобы, во-первых, стол не царапал, а во-вторых, было тихо, не шумно. Использую вот такую приспособочку. Это специальный инструмент для установки хольнитенов, чтобы лицевая поверхность оставалась сферической. Если мы просто начнем плющить ее молотком, она будет плоская и останется следы от молотка. Ну, то есть там зазубрины некрасивые. Рекомендую использовать. Если тыльная сторона нас не сильно интересует, но при желании можно сделать точно такую же сферическую, но ее там никто не видит никогда.
А лицевая, да, постоянно на виду. И чтобы сохранить ее внешний вид аккуратный, блестящий, не поцарапанный, не рекомендую пользоваться вот такой вот штучкой. Так, и вот так вот. Шумно, не шумно? Я думаю, что нет. Вот получилось вот такое надежное соединение. В результате такой фиксации у нас элемент огибает кольцо и не позволяет ремешку перемещаться влево-вправо. Обычно, когда крепится ремень через кольцо, он просто делается вот такая петля, и в результате у ремня есть свободный ход, он гуляет. Он некрасиво смотрится, у него есть много свободы, и то есть он гуляет. В общем, здесь такая возможность у него исключается. Должно получиться вот что-то подобное. Самое главное, не запутаться здесь в последовательности именно. Что, зачем, какой элемент, в какой последовательности должен крепиться. Но надеюсь, принцип установки хольнитенов был понятен. Думаю, уже начинает проявляться некоторые черты нашего изделия и становится картинка более понятная и ясная, что, зачем, в какой последовательности. То есть это вот у нас шейный, это два косых, это центральный имень, дальше пойдут реберные, ну и поясной. То есть сначала устанавливаем длинные ремни, потом устанавливаем. Так, где у нас косые? Вот он, косой ремень. Сюда один, сюда другой. Все это через вот такие вот элементы. Ну и пряжки. Ну, следующим этапом. Сейчас устанавливаем косые ремни. Ну и вот что же у нас тут получилось, да? Сейчас покажу. В сторону маленечко это двину. Так. Вот у нас косые ремни. Это центральный. Надеваем ремешок сюда. Наш ремешок сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На седьмом отверстии. Здесь и здесь, чтобы примерно изделие смотрелось симметричным. Смотрится немного грубоватым из-за того, что нет тренчиков. То есть тренчик будет прижимать все это дело, будет и внешний вид ему более интересный придавать. И не будет все так топорщиться и торчать. Тренчик обязательно. Так, ну что, продолжаем сборку. Следующее у нас идет, так, это были косые, реберные ремни, дальше пойдет. Покажу все по порядку, не буду забегать вперед. Ну что, поехали. Итак, что у нас получилось? Получилась вот такая вот конструкция. Сейчас я еще хольнитены не пробил до конца, но чтобы показать предварительно, что у нас получается. То есть у нас косые ремни должны прийти вот сюда вот. Сейчас я их соединю. Но предварительно пробью эти. Вроде бы казалось, ничего сложного. Все понятно. Одни ремни, кольца и пряжки. Но в процессе сборки самое важное не запутаться. То есть какие ремни должны быть в каком месте, потому что у каждого ремня есть определенная длина, и она разная. Если местами поменять парочку ремней, то вся конструкция по элементам не сойдется. На вид изделие очень простое, но по факту, когда начинаешь собирать, хлястики должны строго быть с правой стороны, каждый ремень на своем месте. Не забыть при установке хольнитенов продеть все в кольца, если, соответственно, не проденешь, придется разбирать соединение. Ну,
По-моему, нет ничего более сложного, чем суперпростое изделие. Так что легкомысленно к сборке подобных изделий относиться не следует. Ну, если вы, конечно, хотите получить на выходе хороший качественный результат. Вот такое вот мое мнение. Вот такой промежуточный или предварительный результат у нас получился. Вот если изделие правильно расположить, у нас как-то получится так. Здесь надо, конечно, тоже на слабинку выбрать. И будет поинтереснее. Ну, пока так оставим. То есть, вот, если отодвинуть маленько камеру назад, видно? Я думаю, видно, что у нас здесь получилось. Получилось следующее, да, это у нас реберный ремень, эти косы, это шейный, это центральный. Осталось нам вот сделать раз, сделать, где кольцо? Кольцо, да. И сделать два, вот так вот в эту сторону пойдет, да. Вот кольцо у нас три, сюда встанет. И где-то еще один у нас ремень. Вот он. Ремень 4. В эту сторону. Раз. И здесь пряжка. Вот так вот. Вот осталось дособрать конструкцию. Ну и не забываем про тренчики. Тренчики покажу, как отдельно надо будет сделать, потому что без них целостности картины не получается. Получается такое, как бы, не очень законченное решение. Поэтому вроде бы незначительная деталь, а очень важная. Так, ну вот, в общем, осталось маленько дожать. Продолжаем. Ну вот, почти законченный вариант. Единственное, что у нас осталось установить, это вот такой вот ремень. Почему я его не поставил? Потому что пробовал на нашем декоративном элементе, элементе крепления, делать декоративную линию. То есть все остальные элементы крепления у нас без нее, а этот с ней. Это был как в качестве эксперимента, как будет смотреться. Ну, мне показалось, это лишняя работа, тем более таких элементов много. Трудозатраты. И я отказался от этого, поэтому мне необходимо сейчас изготовить вот такой вот элемент и зафиксировать еще один ремень. Вот. Ну и, соответственно, пока его нету, я сейчас пробью халинтены, потому что халинтены все не пробиты. И получается у нас примерно следующее. Это у нас вот так вот соединяется, ремень шейный. Это вот косые. Два. Вот это реберные. Это у нас поясной. Вот на манекене или на модели, конечно, это будет выглядеть гораздо лучше. Но и даже сейчас, так покрутить, если маленечко на видео, я думаю, смотрится не так уж и плохо. Есть представление, понимание, как это будет выглядеть в конечном итоге. Вот. Значит, что делаю? Первым делом пробиваю халинтены сейчас. Добиваю их на место и вырезаю еще один элемент. Соответственно, ставлю их на место его. Ну и потом покажу, как я буду изготавливать тренчики. Какая ширина у них должна быть и какая длина. Вот. Вот такой план. Итак, вот что у нас получилось. Это промежуточный результат. Сделал тренчики. Здесь видно. Видно? Я думаю, да. И теперь ремни так не топорщатся и не торчат. Но, как обещал, рассказать более подробно, как делаю тренчики я. Вот. А еще это здесь не хватает одного и здесь двух. Прошу заметить, что
манекен у меня мужской, а портупея женская. Соответственно, кажется, что ремни с этой стороны коротковаты. Но когда портупея будет примеряться на модель, там все сойдется. То есть портупея, хоть она и универсальная, есть возможность регулировать, делалась под конкретного человека, под конкретную девушку с ее размерами. То есть брался не просто размер, а средний размер, чтобы прямо отверстие было по центру. Одинаковое количество влево было деление, одинаковое количество вправо. Но, конечно, универсально можно регулировать размер. То же самое и по шее. Видно на шее. На шее тоже есть возможность регулировать. Хотя делалось прямо под конкретный размер. Еще какие дополнения хотел бы рассказать. То есть можно было бы, в принципе, обойтись без пряжечек. Но тогда потерялся бы такой вот замысел художественный. Они, конечно, придают дополнительный образ изделию. То есть можно было просто взять и сделать просто черные ремни без возможности регулировки. То есть когда ты знаешь, что изделие делается под конкретного человека, под конкретную девушку, можно было замерить эти размеры и не париться с ремешками, то есть их-то здесь два, устанавливать не пришлось бы пряжки и изготавливать тренчики. То есть количество работы резко бы снизилось. Но тогда и внешний вид, вот такой интересный и законченный, тоже потерялся. То есть она придает пряжке дополнительный такой объем и законченный внешний вид. То есть есть глаз, за что зацепиться. Теперь вернемся к тренчикам. Так, расскажу подробнее по тренчикам. То есть, чтобы изготовить тренчик, нам необходимо будет отрезать полоску кожи шириной 12 мм. Напоминаю, что сами ремни, еще раз вернемся, да, к ним, у нас шириной 18 мм. Почему? Потому что пряжка 20. Чтобы легко ремень продевался в пряжку, мы делаем ремешок чуть поуже. Он 18, пряжка 20. А чтобы гармонично сочетались между собой пряжка, ремень и тренчик, тренчик должен быть чуть уже, чем сам ремень. То есть здесь 18, здесь 12. Ширина тренчика 12 мм. Итак, теперь к тренчику. А, нет, еще по самому тренчику. Вот чтобы нам была возможность узнать длину, то есть необходимую длину, которую нам необходимо отрезать для того, чтобы тренчик сформировался, нам надо взять или кусочек кожи, вот этот уже отрезанный, обвернуть им и померить, в каком месте нам надо лишнее отрезать. Либо взять метр, ну, портной метр, желтенький, вон тут, и при помощи него отмерить необходимую длину, ну и, соответственно, отрезать. В моем случае получилось 65 мм. То есть вот от этой полоски кожи мне надо отрезать 65 мм. Вот, что сейчас я и сделаю. Беру полоску кожи, беру нож и линейку. Ну и, соответственно, 65 мм нахожу, прикладываю и режу. Раз. И получилось у нас вот такой вот тренчик. Поскольку нам надо их будет 3, я отрежу 3 раза также. По 65. Видно там? Все, попадаем в кадр. Я думаю, попадаем. Желательно, чтобы резы ваши были перпендикулярны. То есть не просто так, как-то кривенько, вот как вот здесь край отрезан, да, произвольно. Нет, а все-таки, чтобы было перпендикулярный рез. Ну вот как-то так, это лишнее убираем. Теперь следующим этапом, что нам необходимо будет сделать. То есть нам надо будет развернуть нашу модельку, наш манекенчик. Развернули. Здесь
взять вот нашу отрезанную уже полоску, запустить под ремни и, соответственно, замерить, сколько нам надо будет шерфовать. Если мы сейчас эту операцию не проделаем, возьмем ручку, ручкой и отметим. Прям отметим вот так. Здесь отметим и отметим сбоку. Вот. Что получили? Получили на выходе вот такую вот историю. Здесь ручкой отмечили, не видно, да? Мы шерфовывать будем отсюда на нет, с лицевой стороны. А вот с этой стороны мы разворачиваем наш тренчик. Вот, и будем шерфовывать вот отсюда, со стороны бахтормы, на нет сюда, то же самое расстояние. Ну, у нас все здесь помечено. Для чего это делается? Делается для того, чтобы тренчик смотрелся аккуратно. То есть, чтобы нам эту операцию произвести, нам необходимо будет сделать следующее. Сейчас покажу. Раз. Где-то вот так вот мы должны здесь зафиксироваться. Так, вот у нас отмеченная часть. Берем нож, ставим на край. И также стараемся, чтобы у нас было все перпендикулярно. И, соответственно, вот такими вот движениями аккуратненько шерфовываем все на нет. Если с торца посмотреть, здесь не будет видно, да? Только не сфокусируется. То есть мы срезали вот туда, вот так, на клин. Теперь разворачиваем. Раз. У нас здесь тоже все помечено. И то же самое только делаем, только со стороны бахтормы. Раз. И режем. Вот так. Получилось, когда мы это изделие собираем, у нас получится довольно-таки аккуратное соединение. Если мы этого бы не сделали, получился бы грубый край. Некрасиво. Что изнутри бы смотрелось некрасиво, что снаружи некрасиво. Ну, теперь осталось намазать это все дело и склеить. Ну, я думаю, здесь ни у кого уже сложностей и трудностей не возникнут. Ну что, вот так вот выглядит готовый, законченный у нас вариант. Маленько свет отрегулировать, да, чтобы маленько поярче было. Думаю, видно? Я думаю, да. Все ремни на месте. Это лицевая часть. Это со спины, тренчики на месте, теперь все более-менее аккуратно прилизано. Ну и как вы могли убедиться, изделие само по себе несложное. Единственное, надо не напутать с длиной ремней и где они должны располагаться. И самая основная работа, которая нудная, трудоемкая, кропотливая, это касается уреза края кожи. На него уходит очень много времени. Нарезать ремни, пробить отверстия, это проблем не составляет. Это можно сделать при наличии хорошей проверенной выкройки достаточно быстро. А вот действительно, что вызывает, ну, такой уже больше напряг, скажем, это работа с урезом края кожи. Лично для меня. Вот, это больше всего здесь отнимает вашего личного времени. Начертить, проверить и обработать край. По остальным моментам, я думаю, здесь ничего сложного нет. Главное не перепутать. Выглядит изделие, собранное в таком вот виде. Выкройку, как и говорил ранее, оставлю в прикрепленном комментарии. Ссылки на весь инструмент и фурнитуру, которую использовал для сборки данного изделия, также оставлю внизу в прикрепленном комментарии. Но я желаю вам хороших работ и успехов в ваших начинаниях.